Начали. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Никита, сегодня по твоей просьбе я показываю, как научить собачку команде «Голос». Здесь достаточно простая команда, тебе нужно просто поймать раздражающий какой-то фактор, который приводит собаку в жестокое такое возбуждение. Это может быть пищевая какая-то реакция, это может быть реакция на игрушку на какую-то, разыграть сначала собачку, потом перед мордой у нее повертеть этим предметом, и она будет издавать голос. Но, как любая команда, запомни, что здесь должно быть два таких момента. Первое, значит, два раздражителя, это голосовая команда твоя, плюс жестикуляция какая-то. Ну и, соответственно, после этого должно быть подкрепление в виде подкормки, либо в виде игры, в зависимости от того, какая мотивация у твоей собачки. Но самое главное здесь поймать раздражение. Видишь, собачка, блин, на привиде сейчас находится. Мы ее разыгрываем, потом лишаем ее игрушки. Естественно, она начинает гавкать. В это время произносим голосовую команду, жестикуляцию, и, соответственно, потом поощряем, даем игрушку, если она начала гавкать. Итак, смотри. Играем. Молодец, хорошо. Вот один из таких моментов. Потом собачка любит носить абортируемые предметы, да? Она сейчас привязана. Молодец, хорошо. То есть в этом случае это крик души собаки. Но самое главное, потом надо поощрять все это дело. То есть, соответственно, проносить голос. Она уже потом, во второй раз, когда она первый раз гавкнет, она уже будет уже понимать, что сейчас она гавкнет, и ее отпустит тогда. Еще один момент. Если собачка привязанность испытывает очень сильную, вы сейчас не поиграли, да, Никита, и просто привязываете ее и уходите. Собака, ну, с процентами соотношения процентов 80 начнет гавкать. То есть вам самое главное поймать вот этот вот раздражающий момент. Так, примерно так. Или вот вы уходите, да, разыграли собачку, разыграли собачку и уходите. Ай, молодец, хорошо. Приходите, обязательно поощряйте, уходите. Ай, молодец, хорошо. Вот у вас команда «Голос» плюс жестикуляция рукой. То есть, ну вот у меня это вот, я палец так выкидываю. Ну вот, таким образом. То есть потом вы уже можете просто сядь. Голос. Молодец. Главное, поощряйте обязательно. Либо подкормка, либо игрой. Либо просто жестикуляция. Молодец. Ну, поймайте раздражающий фактор. Это одна из самых простых команд. Значит, с вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Главное, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.